Я не могу это не снять. Вы посмотрите, какая красота. Аллея из бабочек. Просто чудо. А вот вообще зоосад. После самолета тут черепаха, ниндзя. Черепашки разных видов, разных размеров, разных экспозиций. А там утка. Пожалуйста. А вот медведь. А вот машина какая. А на ней черепаха едет. А вот он, медведь. Пожалуйста. Красота. Держит сердце в своих лапках. А лапки-то разноцветные. Ушки желтенькие. Сердечко красное, как и положено. Вы посмотрите, какая красота. Я вам ее показываю. И буду вместе с вами со всеми смотреть это все. И вспоминать, какие были минуты радости. Это так редко сейчас бывает, когда душа отдыхает. Когда наполнено сердце блаженством от такого, от такой красоты, от такого чуда. Это что-то невообразимое. А там еще собака. Боже мой, хоть бы хватило зарядки. Пожалуйста, телефончик. Ой, а вот сколько муравьишек рабочих. Целый, как рой муравьев. Ай, прелесть какая. Боже мой, какое чудо. Какая сказка. О, как красиво все. Люди любуются, приезжают сюда отдыхать. Смотрят и любуются этой красотой. Невозможно передать словами. Все это надо почувствовать, услышать эти запахи, увидеть эту красоту. Здесь надо обязательно быть. Ой, еще композицию хочу показать вам. Пожалуйста, телефончик, не садись еще. Сейчас, минуточку. Ой, боже, такая красота какая. Господи. Ой, какие молодцы. Как же это все обслуживается. Та высота. Та красота. Ха-ха. Боже мой, тятки. И Скрудж Макдак, и медведи, и пес Барбос. Прелесть, какая прелесть. И замок. И красота, просто красота. Вот она все, весь человеческий.